Был советский фильм, где, короче, якобы фантастический. Ага. Якобы на дне морском там каком-то проводились опыты по... Короче, разум хотели переселить вот в такую рыбу. Вот в нее. А. Манту. И типа, девушка одна погибла там, в нее был любой парень. И оказывается, разум перешел к той рыбе, и вот она его там спасала. Вот, вот таких рыб показывают. Целый фильм про таких рыб. Ну, фантастический советский фильм. Не помню, как называется. Надо будет посмотреть в интернете.